подсечка работает, да? Насколько мне известно, половина Чернухина занята уже нашими бойцами. Первый блокпост, который стоял отсюда до нас, укропы просто взяли и бросили его, убежали оттуда. Наши ж как бы уловили этот момент и поперли туда, захватили. Трофеи есть, потери тоже есть. Как еще, блин? От Чернухина до Дебальцева километров 4 где-то. Почти рядом. То есть это прямая дорога до Дебальцева уже получается, да? Да, да, да. Прямая дорога до Дебальцева. Это по трассе есть. Потому что по трассе прямо идешь, а поселок с левой стороны. То есть как на Донецк ехать. Ну, то есть взять Чернухина, это как бы ближе к Дебальцеву подойти. Мы сейчас туда едем, да? Да. Тут это уже. А что случилось? На противотанковую мину наехали. Вот это левое, правое колесо оторвало. Даже вот этот люк водителя вместе с шапкой улетел. Да? Сейчас падает. Кого? Иди, сейчас падает. Падает где? Да. Ты пали окраин. Окраин Дебальцево? Со стороны Дубали. Со стороны Светлодарска. А вам это оборону укропу. Что? Я давно ногу лягла. А что это было? Это обстреливали укропы своих же. Ближайшую позицию укропа. Здесь из Чернухина. Они думают, когда мы наступаем на них, они думают, что мы возьмем, и поэтому они их обстреливают сами себя. Сами себя херачат, блядь. Обстреливают. О! О! Еще раз два, давай! Почистить. Пускай парням покажут, что здесь у нас сила есть, не жалеть. А? Я до конца, прям выезжаю до конца. Он потирает. Да, куда прям пошел? Только что розетка доложила, что вот с той стороны по вот этому полю наступает украинская пехота. Сейчас наш бетер поработает по сторонам. Отработали укроповские позиции. Возможно, была прорыв укропов. Стороны Чернухина. Придавили их, показали, что мы здесь есть. Отработали с КПВТ.